матч серии в Казани, когда Томас РТЛ полностью взял под контроль ситуацию и всю игру в атаке. Какая передача от Исмаэля Пако. И есть возможность для быстрой атаки. Грин. Вильницкий снова имел возможность для броска. Отличная передача. И Пако сверху. Разумеется, нужен Дмитриевич. Без него не так атака Уникса эффективна. Баку! Ходу с листа и начинают играть и приносить пользу команде. Георгий Жбанов, 2 секунды на атаку. Баку! Ну, специально заходит в трафик порой Дмитриевич. Там он чувствует себя комфортно. Баку на Беленицкого и Михаил. Не часто такое увидишь. Жбанов и Карасев. И Беленицкий отправляется. Точно. Для каждого игрока Георгий Жбанов настоящий кошмар устраивает. Дмитриевич все-таки получил возможность для броска и забивает. На что рассчитывал «Зенит». 2 трехочковых из 12. Атака не работает. Об этом пытался сказать именем Кайла Курича. Эрик Грин. Не удалось ему ответить. Подбор за Униксом. Рейнольдс. Искал глазами Джалина Рейнольдса. Нашли. Джалин выбирает бросок со средней. И Баку здесь же длиннющими руками. И стало ошибкой, потому что если бы просто Хантер смотрел на кольцо, подбор бы наверняка забрал. Баку снова со средней, снова забивает. Из уличного баскетбола настолько классно зависает Фрейзер в воздухе. Дмитриевич с мячом. И Бака добавляет осечку в этом эпизоде. 16 очков, 3-е дальнее попадание. Рейнольдс, передача на Баку. Исмаэль.